Приветствую вас. Надо сказать, что я хотел бы поддержать своего коллегу в том смысле, что согласиться с ним, что вы не дурак, именно по той простой причине, да, что вы сомневаетесь. То есть вот сомнение, это именно вот та история, которая отличает, к примеру, дурака от, ну, скажем так, да, не дурака. То есть, грубо говоря, дурак никогда ни в чем не сомневается. Для дурака все предельно просто, все предельно понятно, вот, и вообще никаких проблем у дурака нет. Вот. Это первый момент. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что вы боитесь. То есть вы именно боитесь того, что вы можете оказаться дураком. Понимаете? Вот. Вы боитесь, что вы можете почувствовать себя дураком. И тут вся тонкость заключается именно в том, почему вы этого боитесь. Почему вы боитесь, что можете почувствовать себя дураком, к примеру? То есть для вас это как-то страшно, для вас это негативно, для вас это боязно. Или как? Понимаете? То есть вот именно страх того, что вы можете быть дураком, на самом деле является, условно говоря, проблемой здесь. Потому что по факту, ситуация означает только лишь то, что вы ориентируетесь. По факту ситуация означает, что вы ориентированы на внешнее что-то. Ну, вы ориентированы на, к примеру, других людей. Вот. По факту вы ориентированы на мнение других людей и так далее. Вот. Знаете? А это говорит о том, что вы не уверены в себе. Это говорит о том, что вы сомневаетесь в себе. Это говорит о том, что в себе вы, вероятно, не доверяете просто. И отсутствие доверия себе, отсутствие доверия к себе является, в общем-то, на мой взгляд, достаточно серьезной проблемой.
Да потому что, на мой взгляд, доверять себе, да, необходимо. То есть, если вы себе не доверяете, то это проблема, ну, по факту, для вас проблема, по факту. Так что, мне видится, направление работы даже не в том, что, допустим, вы можете быть там дураком, к примеру. Потому что дураком может быть, в принципе, каждый из нас. А проблема мне видится скорее именно в том, что вы боитесь показаться кем-то. Боитесь показаться с дураком. Вот, на мой взгляд, в этом и заключается проблема. Самая такая вот серьезная проблема, на мой взгляд, заключается. То есть, то, с чем, в общем-то, нужно работать, то, с чем, в общем-то, то, что нужно корректировать, короче говоря. Вот. Так что, примерно вот так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.